Друзья, я вас приветствую на канале КОИО. И сегодня мы продолжим с вами разбирать тикунг. А сначала я хочу ответить тем подписчикам, которые комментируют, что вы ничего не снимаете по дому, что вы в доме там делаете и все такое. В общем, объясняю. Чтобы что-то делать в доме, это нужно вкладывать деньги. А так как мы определенную часть заняли на постройку дома, то до ноября нам просто расплачиваться за то, что мы заняли. Поэтому ничего сейчас не можем выделить на материалы и все такое. В общем, скорее всего, что-то будет в доме происходить только в следующем году. Также в следующем году будем заниматься скважиной, проводить воду, а в этом у нас и была цель — поставить дом и провести электричество. И вот последнее, что мы сделали, это вот подключили электричество к столбу. Вот. А сейчас какие-то мелкие вот всякие работы по саду там благоустраиваем, так что сегодня продолжаем сносить кунг. А вот тут мы повесили кормушечку для белок и для птичек. Чаще, конечно, здесь тусят птички. Ну и белочка иногда приходит. Вон на проводах там где-то. Тут сейчас я ношу. Почему-то не в семье она. Надо отнести. Так, ну что, ребята, воды вам надо подлить. Сейчас подали ее. Вот зятёк строит душ. Ну, дела потихоньку двигаются. Олег, у тебя тоже двигаются? Да. Нормалёк. Параллельные работы. Процесс разрушения и процесс созидания. Закон сохранения энергии.
как-то так у нас пока все и происходит. Да. Исторический момент. Исторический момент. На, взай. Ой, нифига себе. Это я проверяю. Ну, вот здесь. Качаем дальше. А вторая не отвалится, потому что там, да, подпирает. Да не, Олег. Можно. Вроде. Шерсть не гладит. А, ну знаешь, что завалилось? Все так. Попроще. Ну там, скрипт, кстати, есть. Ого. Громыхает. Блэки и брыся туда. Силушка богатырская. Че, будет складываться, нет? Можно считать, что сложится, да? Ну как, еще метр до сложки. Все, пока сарайчик. Дождь приостановил наши работы. Ну, вроде небо светлеет. Так что скоро за дело. Скоро снова за дело. Yeah.
хочешь. Давай. Тихо. Идет сила разрушения. Угу. Короче, переворачивай туда. Что, порезал, что ли? Порезался? Ну да. Да ерунда. Сильно? Вот так. Ну как-то так. Все. Там перекись, Наташ, есть. Ну вот, почти разобрали. Немножко подраспилить осталось. Готовить к сдаче. Работаем дальше. И тут каркасик уже построился под душ. Еще и поцарапался хорошо. До пенсии живет. Ну все, друзья, кино дальше не будет. Диски кончились у меня. Не хватило пару швов пропилить. Ну ничего, это останется тогда на третью серию. И уже, я думаю, в третьей серии мы будем сдавать и посмотрим, насколько у нас тут металлолома. Туда я чистую алюминь отношу, а здесь смесь. Олежа, как дела? Делаю. Художник ваяет. Да. Лифт. Лифт. Ну ладно, друзья, увидимся в следующий раз. Все, всем пока-пока и до новых встреч.